Май, пожалуй, самый активный месяц дачного сезона. Садоводы готовят почву, высаживают рассаду, облагораживают свои участки. Много дел и у председателей садовых товариществ. За лето нужно решить массу дел. В СНТ «Междугородник» в этом году хотят установить камеры видеонаблюдения и начать благоустройство общей территории. Товарищество находится в селе Красный Яр на живописном склоне Волги. В планах дачников также работа по берегоукреплению крутого обрыва. Совместно с агентством по развитию сельских территорий практически почти в ежедневном режиме проводим выезды во все садоводческие товарищества, значит, с выявлением тех, в общем, проблем, которые имеются. На первом месте это, конечно, электроэнергия, вода, охрана, дороги. То есть пытаемся выяснить, значит, кому какая помощь нужна, какую помощь нужно будет оказывать. Междугородник – единственное СНТ в регионе, где установлена система очистки питьевой воды. У главного входа работает автомат, откуда дачники могут набрать необходимое им количество питьевой воды. Вот, питьевая вода. Раньше плохо. А раньше мы отстаивали, и там весь этот песок и мусор. Часть затрат дачников компенсируют в областном министерстве агропромышленного комплекса. По программе субсидирования можно возместить до 40% затрат на ремонт инженерных сетей, внутренних дорог, устройство площадок для сбора мусора. За 10 лет работы программы из регионального бюджета было выделено 83 миллиона рублей.